Доброго всем времени суток, с вами Тексар, и играем мы в Long Dark Redux. Еще вспомню, что мы делали. А, мы собирались спать, потому что у нас персонаж мечтает поспать, он еще голодный, как не знаю кто. Давай что-нибудь сожрем. А, еда, еда, еда. Опачки. А я так понимаю, нам поспать не светит. Так, мы немножко тут бабку прострясли, конечно. Да, фото дочки, все такое. Не. Радио. Бардачок тут, конечно. Так. Да, тут ловить нечего. Так, бабулька, я так понимаю, жрать у тебя тут тоже нечего. На кухне я уже, по-моему, был, да. Тут последняя мышь повесилась давным-давно. Ну что ж, что, плита юзабельная? Ну нет, там ничего нет. Пойдем что-нибудь найдем, потому что я, конечно, понимаю, персонаж хочет спать, но он еще больше он хочет есть. Поэтому надо сейчас что-нибудь найти, что-нибудь сожрать. После чего можно поспать. И можно отправиться тогда по квестам. Меланхоличный бегущий волчара в углу. Так, ну там еще день. Нормально. Так. По левым домам я прошел. Ну, которые при входе, да? На карте есть что-нибудь по этому поводу? Есть. То есть я вот из этого дома... вышел. Увеличение есть? Нет увеличения. А, вот я это просмотрел. Это, по-моему, дом, в котором мы обитаем. Давайте сходим, посмотрим, что тут за домом. Черт, он голодный и спать хочет. Это все хреново. Да, это наш дом, все, за ним ничего нет. Окей. Я думаю, сейчас вот этот вот кластер осмотрим. Что такое вышка? Тут я не знаю, тут еще какие-то фермы. Это желтенько нам уже светится, видимо, по квесту. Серая мать. Поищите припас на заправке обязательно. Но сейчас туда не пойду, потому что персонаж хочет спать. Чем он бренчит? Ну пусть бренчит. Банк. Окей. Сейчас глупо в банке иду искать, да? Что у нас тут? Газета. Картонная коробка нахрен не уперлась. Ну, я вот пока не мерзну, но я время не хочу тратить. То есть, замерзну-то я не замерзну. Блин, тут даже смотреть нечего. О, шкафчики. Заперто. Пусто. Телефон. Блин. Да блин, держать надо. Ну, мне хоть что-то в пасть закинуть. Давай возьмем. Сильно набирать не стоит, потому что топливо штука такая, она... Это не редкость. Чашка кофею. Хорошо. Вот, как, по-моему, есть их кухонька. Травяной чай, ладно. Берем. Нет. Блин, ребят, с жратвой это реально хреново. Не трогай, не трогай. Тут немножко больше вещей, чем нужно для, для выживания, так сказать. Металлическая полка, ножовка, стоп бумаги, хрень какая-то. Сейф. Чего, обыскать, если я его не открою? Так, тут что? Ни хрена. Это все так. Да, сожранина я тут, похоже, пролетел. Ну, в таком месте никто консерву держать и не будет, конечно. Стопка бумаги. Нет, это все. Ну, шкафчик давайте обыщем. Не брать. Да он все хочет использовать. Я ведь мог бы использовать это. Ну, конечно, молодец, ты мог бы использовать. Толк только с этого использования.
Ну, в мусорке, ну, ладно. Оно вроде времени не отнимает, так что можно. В общем, обламинго сплошное. Так, кошки, очередь. Кабинет босса, да? У босса в мусорке шоколадка не валяется. Возьму. Либо одену, либо... О! Выпей. Ну, хоть немножко жранины. Она, газировка, она и еда, и вода. Ну, в таких... Взять, не трогать. Да, в принципе, шоколадка там от дома управляющего банком. Там что-то хорошее, наверное. Просто так ключ не надо. Все, спать хочется, просто умирает уже. Блин, ну... Извините, я жрать хочу. 36%. Как банка кофе. 48. Есть. Кофе, кстати, тухлым не бывает. Так, я сейчас буду уже просто падать, видимо, от усталости. No more cash. Денег больше нет. Хорошо. Надо какой-то жилой дом туда облазить. Мне, наверное, не хватит запаса, как сказать, бодрости, чтобы облазить вот эти дома рядом. Да? Так, банк, машина. Странные звуки, конечно. Сесть транспортное средство. Ну, давайте. Че валяется? Так, тут еще юзабельно вот это счастье. Вот это. Ну, сами понимаете, там еду не прячут. Окей, бумажонка лежит. Измена. Записка наскоро нацарапана на обратной стороне бумажки. Я ее зачем-то взял. Ну, ладно. Блин, у нас тут жаранина нету вообще. Ни под каким видом. Хотя бумажка была видна в окно. Я, то есть могу вот так подойти на самом деле посмотреть. В багажнике. Пусто, блин. А спать хотелось все сильнее. Ладно, продолжаем. Тут облом. Ну, то есть не все дома юзабельные. Да, этот дом мимо. А не так все хорошо, я-то думал, город, счастье. А тут нифига. Не, ну может у бабаньки... Чё? Стоп, а там что-то было, что ли? Или это мои ноги были? Я что-то белый вроде увидел, нет? А, газеты лежат, ну хрен бы с ними. Так, дом не юзабельный. О как, не все так просто в этой жизни. Что пришел и налутал. О, грибы рейши. Я знаю. Я видел, я слышал. Берем. Неплохой антибиотик. Если приготовить что-то типа чая, хорошо. У меня еще и ягоды эти, как его, шиповника не сварен. Ну, дать 5 рейш, и будет нам хорошо. Ой, блин, гриб гейши. Так. Так, я там был. Вот какие-то ящики. Я не знаю, стоит их. Перегруз, елки-палки. Не хочу. Так, что у меня хренового? Есть смысл, что мне камни не нужны. Так. Тут шуршит. Ну, это нужно. С одеждой я буду разбираться и штопать. Масло для фонаря, я не знаю. А фонарь-то у меня есть? У меня фонаря нет, ладно. Пока носим, но у меня немножко был перегруз. Я там чуть-чуть выкинул. В общем, все, надо идти спать, невзирая на голодучесть. Так, туда деревьев больше. Нет, там горелый дом и все. Так, ладно. Смотрим. Так, туда реально ничего больше нет. Так, забито. Тут непонятно, что творится.
Вроде можно войти. Да, можно. Нет, просто реально жрать нечего. Что ты пыхтишь? Ну ты спать хочешь, да, но это не так все критично. А я... Не сезон. Закрыть. Берем. Ну хоть что-то. Надо реально идти на заправку, на которую бабка сказала. Может там действительно еда есть. Беру, беру, беру. Я вот не помню, я уже одежду шил, не шил. Так. Банк сардин. Причем я даже не буду время тянуть. Я сразу ее хапаю, все. Она еще и жажду утоляет. Офигеть. А, камень? Нафиг иди камень. Так, что тут не нужно? Вот топорик у нас, да? Ты кто? Шкурка кролика. Ну, куда-то пригодится, мне кажется. Так, еще шкафы и нету шкафов. А, обыскать морозилку. Нам еще бабки же еды, по-моему, добывать надо, насколько я помню. Пыльная банка сгущенки берем. Мало того, берем, мы ее еще и жрем. Я, конечно, понимаю, что это, скорее всего, не есть хорошо. Может, стоит на потом оставить, но... Открывает. Сладкое молоко сгущенное в банке. Божественно, божественно, согласен. Так. Банки. Бросить. Может, мне две банки-то не надо. Топливо для фонаря. Да блин, у меня целая канистра есть. Так, народ, а вы тут это, еду не храните нигде. Ну, в принципе, с едой все норм. Уже можно. О, на утречко пожрать. Так. Пусто. Ну, тут последняя собака удавилась. Последняя мышь. Голодно, блин. Голодно, холодно. На кровати, наверное, можно спать, но я этого делать, конечно, не буду. Я пойду к бабке ночевать. Хотя как ночевать? Дневка у меня какая-то. Потому что, ну, на улице-то день. На улице нифига не ночь. Не, ну так жить можно. Я не так много осмотрел. Берем. Use this. О, сейчас наберу. Берем. А, берем. Черт с перегрузом, я потом с этим разберусь совсем. Унитаз, понятное дело. Так, все. Больше тут ни хрена тушки нет. Да? Да. Ничего не лежит. На каменной полке вообще интересное лежит, нет? Все, дома обсмотрим. Так, темная картинка означает, что уже темнеет. Ну, в принципе, нормально. Это совпадает с моими планами. Так, вон там бабкин дом. Нормально, усталость, все хорошо. На полу ничего, ничего. По бардачке. Ничего. Багажник. Заперт. Необходим гвоздодер. Я же вам гвоздодер-то найду. Как только найду, так сразу топру. Нельзя. Так, мы приближаемся к бабке. Я больше никуда не пойду. Я вот по этой линии сейчас дохожу и все. Гвоздодер. Да нет у меня гвоздодера. Окститесь. Я такого даже не видел. Пусто. Ну, кстати, печалька. Кончилось электричество и все. Все, хоть садись да помирай. Ничего не работает. Ладно, вот этот дом последний. Если он открывается, конечно. Все пусто. В этом доме вообще живые люди жили или привидения? Так, почта. На почте точно жрать нечего. Все, дом не юзабельный. Все, к бабке. Я думаю, поспим, у меня грузоподъемность увеличится. Скорее всего, так. А, дымок идет, хорошо. Еда есть. Чего человеку надо? День прожил и хорошо.
в таких-то условиях. А это что такое? Фикусы дохлые? Ага. Бабанька, я вернулся. Так, ну на следующий выход я могу... Я там чайку нашел. Я чайку могу попить. Так, бабулька, ты как? Сидишь? Сидишь. Молодец. Сейчас пошпим. Так, а сколько сейчас время? А сейчас у нас, ну, к вечеру будем считать, да? Давай 9 часов поспим. Ну, тут тепло, хорошо. Хорошо, мне спичку топить не надо. Так. Ночь. И мы еще не довыспались. Давайте еще дреманем. Часа 3 давайте. Тут неудобно время как-то, оно не в часах, а солнышко, не солнышко. Так, ну я выспался. Тут, мать его, темень. Блин. У меня точно нет фонаря? Нет, ну только канистра с керосином, блин. Так, у меня куча шматья, над которым надо работать, работать, работать. Ну, немножко дров есть. 17 палок, ёлки. Ладно. Так, я надеюсь, там внизу хорошо, светло. Да, о. Сейчас усядемся, займемся рукоделием. Ты вообще, видимо, не спишь, да? Так. Вода. Понятно. А воду... У меня тут что-то такое было по этому поводу. 2 литра почти пить. Сколько выхлебаем, не знаю. Ну, нормально, 0,6. Ну, литрухи мне хватит. Так. Есть. Так, ну, для начала неплохо. Теперь займемся рукоделием. Так. У нас такого типа одежды есть. Такого типа одежды есть. 36%. 56%. Носить. Из этого, конечно, надо собрать тряпки. Собрать. Я в процессе немножко голодаю. Так. Тут. Ну, у нас шарф, это, сами понимаете, шарф вообще в этом деле не канает собрать. У нас еще будет куча тряпок, которыми я подремонтирую одежду. Так, ой, 18 минут уже. Так можем до стоянки-то в этой серии-то и не дойти. Ну, бедненько у меня, да, согласитесь. Ага, у меня носки вот. Приличные кожаные туфли. Давай, час 15. Время летит вообще. Ну, там уже солнышко показалось. Так, ну, я все разодрал. Что такое принадлежность, я представления не имею. Давайте шить. Так, 66%. Сейчас мы утеплимся. Ремонт. Так, было 66%. Хопа. 99%. Отлично. Назад. Это основная одежда, поэтому ее нужно в порядок привести обязательно. Остальные меньше. Как бы, ну, меньше греют. Основное это куртка. 83. Давайте еще что ли. 59, 83. 20 с чем-то что ли дает? 100. Отлично. Так. Свитер Маккензи. 34%. Ну так, отстойненький, конечно, но чиним. Надо в каком-нибудь доме штору оборвать. 72, давай, давай, давай. Сейчас нам на мороз будет положить с таким подходом. 100. Так, рубашка. 76. Я думаю, одним ремонтом сейчас обойдемся. Мне кажется, он там 20 с чем-то дает, да?
Че, не удалось? Я хреновая швея-мотористка. Во. Так, далее. Порточки. Блин, на мне одни порточки вообще. 21%. Все, приехали. У меня больше нет порти дырявые. Ну что ж. Так, бабанька, на улице хорошо. Да. А, готовить. К фику навернем. Ждем на готовность. А, выпить. А смотрите, он немножко еду восстановил у меня. Так. А, еда, кстати, о еде. Я вроде сожрал, да? Печеньку сожрал. Все, пошли отсюда. Бабка. Не грусти, скоро вернусь. Так. Ну что, на заправку, видимо. Я не знаю, есть ли смысл обшаривать дома. На заправке сказано, что есть припасы. Есть припасы, это, конечно, здорово. Кстати. Да, поленница содрала. Открывайся, открывайся. Так, ждем. Игра, только не повесься, да? Так, мы вот это вот сюда положим. Передать все. Мне палки не... О, 60 кило дров, это да. Забирай. Так, что тут у нас? Давайте газет туда отдадим. Полкило книжек. Ну, труд пускай остается. Ладно. Это надо дровами сейчас заморачиваться. Ох ты, смотрите, а на улице дубничок. А у меня аж три полоски вниз. Я так понимаю, мне не стоит на заправку идти в такую погоду. То есть меня вообще морозит. А вот так время идет? Так. По ощущениям минус 26. Хотя температура воздуха минус 23. А, ну ветер еще, да. То есть мы так сейчас короткими перебежками, я так чувствую, хрена мы куда пойдем. Мы тут поблизости пошарахаемся, и я что-то это... Не горю желанием идти на эту заправку. Вот так сразу. Так. Ломать не будем, нам не до того. Целебное растение дикого медведя. Взять. Я так чувствую, я это прочитаю, буду вообще знатным специалистом по растениям местным. Записка с почтового отделения Милтона. Маргарет проворачивает прием почтовых отделений из Милтона. Доставить их на континент все равно не получится, но сказать об этом людям нельзя. Они поймут, что мы уже давно ничего не отвозим на большую землю. Нужно придумать какую-нибудь отмазку. Советую клиентам использовать электронную почту или, если есть деньги, заказывать доставку дроном. Звучит современно. А я постараюсь не пропустить грузовик с почтой, но, честно говоря, надеяться нам особо не на что. Подозреваю, что Джек снова въехал в дерево где-нибудь в полной заднице, и грузовика мы больше не увидим. Эх, надо было не давать ему грузовик, он ведь тогда выпил. Ладно, посмотрим, что можно будет сделать. До связи. Так, микрофончик повыше. Давай возьмем. В общем, я так понимаю, у них тут задница. Полезная штука. Да не полезная. Водительские. Оп, перчатки. Берем. Город Милтон. Прочесть текст. Город Милтон, Милтон основан бла-бла-бла. Это неинтересные такие псевдосведения. А, не трогает эту дрянь. Газировка Саммит. Берем. В мусорочке можно не копаться, стола тут нет. Что-то у нас ячейки. Хрен там. Вот, то есть такая вот микропочта, да? Тут относительно тепло, то есть оно меня вот как бы греет. То, что я в доме. Но надо идти. А, для чего я беру книжки и бабки на топливо? 60 кило надо нарубать. Так, но на банке газировки я не продержусь до следующего дня. Поэтому хочешь не хочешь, а идем дальше. Страшные звуки, скрипучие. Забито, да? Имея топор, я не могу тут оторвать всякого разного. Так, по той стороне я возвращаться буду, если что. Холодрыга жуткая. А, видимо, виноват ветер. Так, тут с дровами. Ну, еще в лес схожу, в конце концов, надергаю дров. Не такая-то большая проблема. В лесу дров не найти. Если это будет... Понял? Если это будет не так, то фу такую игру делать.
Что в лесу, да без дров. Тут намекают на гвоздодера. Так чувствую, где-то должен быть гвоздодер. Обязательно. Но так не бывает в таких играх, чтобы игра хотела от тебя гвоздодера, а гвоздодера не было. Хрен-то там. Что такое? Да, фигня какая-то. Так, ладно. Заглянем в машинку. Просто опять мы тут на грани голода. Блин, люди, вы что, никак газировку по бардачке не оставляете? А, они еще так домик с канадским флагом. Наверное, что-то интересное. А тут я был, а тут я не был. Давайте сюда тоже зайдем. Можно использовать как труд, не трогай. Не надо тебе это как труд. Ткань. О, берем. Утеплимся. Мне хочется утеплиться, прям, что вот мороз меня вообще не брал ни в какую. Возьмем. О, еда. Food. I need food. Усталость снизилась. С какого перепуга-то? Согревание. А, согревание закончилось, ладно. В морозилке пусто. Люди, вы вообще едите, нет? Не, ну это в принципе логично. Они ушли из деревни и забрали с собой всю еду, потому что им в дороге тогда потребуется, они пешком. Ну, нашли поесть, что-то скрипишь-то. Телега не смазанная. Сейчас все найдем. Не найдем, волк съедим. Поймаем за хвост. Головой об угол и съедим. Спички. Ладно, пусть будут. У меня, в принципе, их много. Металлички. Давайте возьмем. Чтобы разбить, требуется ножовка. Да я не хочу разбить ее, взять себе хотел. Тоже мне ножовка требуется. Котелок, это ценно. Я смогу в нем что-то варить наверняка. Так, лестница наверх должна быть. Опа, аптечка. Пусто, елки. Что такое? Термуха, да. Термуха, да. Болезни нет, калории. Но мне тепло, хорошо, да. Так. Ну, такого типа у меня одежды есть. Я не... А, я только одну могу одеть. А вот так? А, носить. Вот второе. Все, два одел. Потом буду чинить. Ладно. Вообще не могу просто полотенце с собой взять. А потом в тепле и в уюте все это разобрать. А, непонятно, ну ладно. Так захотели разрабы, я понял. Но ничего, добыча есть. Тут еще второй этаж. А на втором этаже у нас обычно детская, да? Я угадал. Почти угадал. Подростковая. Поношенный спортивный на тряпке. Футболка. На тряпке. Полотенце. Не полотенце. Книга на топливо. Или там что-то было про рыбалку. Ладно, потом разберемся. Ладно, ткань нужна. Мне нужно одежду укреплять. Но это все в доме. Дома. У бабки дома. У бабки база. А в принципе я нашел немножко еды. Уже все не так. Стоп, где выход? Уже все не так страшно. Ну, обязательно надо дом с флагом поюзать. Потом надо зайти к бабке покрафтить. Ну, не знаю, может, уже пора будет ночевать. Ага. Судя по тому, что открываю запертый дом, это вот тот ключ банкира. Иначе мне опять начали орать про гвоздодер. А, кстати, вот. Давайте. Ломанем. Опа, еда. Ну, мы сейчас... Подушка. Подушка, печка. А чё банкира в холодильнике? Хорошо бы икра. Нет. Скоро захочется есть. Да провидец. Попахивающий сельдевидный сиг приготовленный. Чувак, ты как насчет попахивающего сига? Просто я к тому, что 76% можно жрать. Попахивающий.
Ничего так. Так, нормально. Хорошо пошло. Занавеска. Да и черт с ним, драть. Тряпок надо много. Мне чинить, чинить и чинить. Антисептик для промывания ран. Ладно, берем. И что-то сейчас опять перегруз будет. Хотя, с другой стороны, у меня дрова с собой, которые я так-то с собой не ношу. Отлично. Так, ну ничего, банкиры живут. Нормально. Так, ладно, открывашка. Она мне нужна. Ладно, пусть будет. А, вот это не бутафория. То есть вот тут так еще можно увидеть. Хорошо. О, живем. Ты вообще красотища. Нет, я, конечно, помню, что мне еще бабку снабжать. Чтобы все съесть не вариант. Но, блин. Берем еще ткань. Я, проблема в том, что я не знаю, сколько мне ткани надо. Так. Ну, если что, я сюда еще приду. Берем. На мне только одна куртка одета сейчас. Или нет, куртка и жилет. О, свитер, вообще красота. Вот свитер у меня точно один. Так, ладно. Так, нет, я не могу мимо этого пройти. Фуфаечки. Рубашка Маккензи. Плюс 0,5. Плюс 1. Носим. Рубашка отстой. Так, вторые штаны я так и не нашел. Тут какие-то голимые бейсболки, которые только драть. Водительские перчатки, сами понимаете, куда идут. Так, плюс 0,1, плюс 0,2. Плюс 0,2. Плюс 0,1, плюс 0,2. Носить. Плюс 0,1. Понятно. Но уже хорошо. Я уже нашел в домиках тряпка. Нашел в домике термуху. Нашел куртку, которую еще пока не знаю, буду носить или не буду. Ну, там чуть теплее, жилетка или куртка, я посмотрю. Ой, слушайте, вообще здорово. Портки. Ха. А если я все это еще починю, то вообще будет красота. Так, внизу какая-то коробка лежит. Код от банковского сейфа хранилища. Прочесть текст. А, мне это надо записать. Я это забуду. 19:30:08. Я так запишу на всякий случай. А, взять. Пусть со мной будет. Там внизу какая-то книга. Обычный источник знаний можно сжечь. Ну, сожгем, что нам. Ну, газеты, мне кажется, я бабки не наношу. Там 60 кило. Дровами надо так наносить. Баночка. Все. Живем. Что-то можно даже бабки будет выдать. Я подумаю. Так. А, и то, и другое драть. Какая разница. Так, прекрасно. Это что, у всех второй этаж есть, а у банкира нету? Так, у банкира есть что, много занавесок. Надо запомнить. Да. Блин, люди, как вы живете? Это что, это крыша? Вот вымерзнуть должны были. Что у тебя сразу комната открывается даже не на чердак, даже не на холодный чердак, а сразу в крышу. Так, шикарно. Это мы поюзали здешнего крутого перца. Так, ладно. Ну, жизнь наладилась, смотрите. Я уже не три палочки унес, а только одна. Мне звуки не нравятся. Выходим. Там что-то можно на заднем сиденье лежать, конечно. Я этого не вижу, да? Блин, гвоздодер, ты где? Вот, тут куча веточек. Давайте пособираем. Бабаньки понадобятся. И... Я понял. Не все так просто в этой жизни. А вон заправка. Блин, дойти что ли? Не, давайте город долутаем. Вот
Порядок прежде всего. Ага, нашел что полутать. Ни хренище. Вот там, я думаю, доски валяются. Бревна. Да, еще там можно провалиться в воду. А еще там, я вижу, дом на вершине. Ладно. Будем иметь в виду. Обычно вот такие вот хмыри, живущие на отшибе. У них обычно, они себе на уме. И у них обычно есть с чем повыживать. Так, вот домик открывается. Ух ты, я уже 35 минут лутаю. Ну, лутать не надоедает никогда. Особенно в таких играх, где это как бы связано с жизненной необходимостью. Ладно, возьму. Вдруг буду где-то на ветру древесину берем. Вот кого так на халяву берем обязательно. Так, все, занавески я больше не деру. Нафиг. Котелок уже есть. Лишнего набирать тоже не стоит. Я, конечно, жадный, но не настолько. Да это use this, а перейти кто это будет все. Нет, никогда. Можно для чего-то и нужен. Но у меня сильные сомнения. А, может из него можно гвоздодер скрафтить. Ок. Молчи, голодный ты. А мне можно как-то узнать? А, нет чертежей схем. Ну ладно, пускай пока железо у меня в кармане поваляется. Я у бабаньки его брошу. Может, схему-то я найду. Тань. Смотрите, я еще не перегружен. Мало того, я сейчас поем, полегчаю. И буду совсем не перегружен. Берем. Так, ладно. Тухлый сик у нас. Я в холодильник заглядывал. Его нельзя заглянуть. Так, я пришел оттуда. Я зашел сюда. Это кухня. Ладно, давайте дообшарим. И тогда уже займемся едой. Не помрет чай. Пусто. Пусто. О, как он интересный. Так. Ключ от банковского сейфа с сеть. Берем. Я, похоже, буду на топливо снабжать исключительно книгами. Так, аптечки нет. Вот тут эта зараза нетиповая у них. Обычно во многих играх подобных там, допустим, если есть в аптечке слева всегда, допустим, ну, в ванной слева всегда есть аптечка, то она там всегда, эта аптечка. Когда не приедет. Так, второго этажа нету, что ли? Да, нету. Покинуть дом через другую дверь. Я все время читаю остов великого медведя, думаю, блин, кости откуда. Да, господа, реально жопа мира. Все брошено. Скрип. Вот там ящики еще интересные стоят. А что такое? Труп? Нет. Давайте мы его ломанем. Я надеюсь, я это с голоду не помру. Собран две дрейси. О, давайте, ладно. Бабаньку снабдим. Все, пошли. Так, я вот в этом еще доме не был, да? Или это я назад? Нет, вроде я тут не был. Это вроде... Да, не был, точно. Точно не был. Ножовка. Да не хочу это разбирать. Нахрен она мне уперлась. Ножовка это разбирать еще. Да это, конечно, никому не нужно. Даже нам не нужно. Металлическая полка. Металлическое ведро. Это под разбор. Так. Что тут? Картонная коробка. Это труд. Это тоже труд. Покинуть дом, понятно. Вокруг столько снега, пить не еще, не переживай. Инструменты. Какой-то склад жестянки всякой. Металлолом к бабаньке принесем. Все, покинуть дом. Так, ну чего? Город, лутаем.
Снег идет. Так. Надо вот это вот все пить. Газировка, она еда и вода. Пить. Так, это чего? Потухлости? Потухлости. Газировку пить. Понятно, что она не еда, но я вот это вот желтенькое, тухлое не хочу. Да, о, 5 кружек кофе из этого получается. Хорошо. Есть. Ну вот, жизнь немножко наладилась. А, ну чего, сходим туда наверх, что ли? Вот дом, и там какие-то жуткие фермы. Я еще не хотел сюда идти, да, много раз сходил бы. Ладно. 41 минута, никуда не пойдем. Фермы я объединю с тем домом на горе. А сейчас бабки выгрузим всякое. Хотя я не знаю. Как у меня дальше с едой будет? Нет, пока не буду. Или выгрузить. Плохо, что назад не могу забрать. Или могу. Могу. Так, это хорошо. Так. Тудема. Тудема. Да все. А нет, труд нет. Стопка бумаги. Дрова. А еще не все дрова, что взял? Так, что еще? Газетный рулон. Это вот. Ну нормально, 9 из 60. Труд у меня есть. Так, газетный рулон, иди туда. Туда. Блин, а ты все можешь передать? Или я так буду по одной таскать? Так, отлично. Ну, все. Одну шестую выполнили. Не так все плохо в этой жизни. А, собственно, что я? День еще не кончился. Я еще схожу. Я орел. Так. Бабанька. Мы готовим. А? Котелок. Банка. Выбрать. Сейчас томатного супчика навернем. Ты как далеко его поставил? Ну ладно. Подождать до готовности. Съесть. Да, не норм. Так, у тебя тут все равно мусор. Поэтому сейчас займемся. Так, инструмент. Мне прямо сейчас не надо. Банка. Вообще не надо. У меня котелок теперь есть. Нафига мне эти банки? Банки на выброс. Консервный нож, но я, видимо, им все открываю. Так, металлолом. Бросить, бросить. Так. Ну, тут вода, литр с лишним, тоже, кстати, перебор. Ой, тряпочками это надо потом заморачиваться. Так, секунду. 99 пойдет. 100. 97, да. 100. Так, у этого плюс 1. У этого плюс 0,5. Но она теплее, похоже. Давайте, ремонт. Слушайте, я сейчас день промотаю, я чувствую. Ладно, ну и хрен бы с ним. У меня еда есть, у меня все хорошо. Чего я мучаюсь-то? Сейчас пошил и баиньки. 92 назад. Хорошо. И что мы теперь имеем? Плюс 1,8. Носить. Во. А тебя разодрать. Сейчас утеплимся. Так, полный. 97, да, полный. Тут. Не, ну перчатки, это смешно. Действие собрать. Так, а теперь ремонт. У меня еще набор для шитья кончился. Что-то как-то она. 100 назад, отлично. Погнали, порточки, 21. Ну, блин, понятно, что я мерзну. А там еще один. А там еще один. Красота.
Так. Ну, на вечер чем-нибудь поужинать и спать. Во, я теперь на мороз-то могу, наверное, положить с большой колокольни. Давайте до конца, черт тем. Я понимаю, что там 20 чем-то процентов, она за сотку уйдет. Я частично потеряю, получается, но, блин. 60. Давай, давай. Чиним, чиним. Еще всякую фигню разодрать. Будет вообще красота. Шкарка тоже брюки драные у меня. 93, нет, я это уже не буду. Так. Термуха, 61. Чем чиним? Тряпкой, отлично. Вот. Мы себе и поправили соточка. Так, тут 43. Бонус тепло плюс 12, защита от ветра плюс 4. Вот, другое дело. Сейчас мы на морозе будем поплевывать. Ну, понятное дело, что это еще пока там. Приличная тема будет. Приличная. 13% даже не знаю. Наверное, не буду заморачиваться с 13%. 87 это уже хороший результат. Что у нас по носкам? Ёлки, сколько у нас. Так, это потрёпанные. Потрёпанные шерстяные, приличные спортивные. Носить. Новые спортивные. То есть я в это одет. Это приличные, это новые. Так, действия. Собрать. Сейчас все это разделим нафиг, чтобы уже точно не путаться. Что я ношу, а в чем я хожу? Что я ношу, в чем я хожу? Хорошо сказал. Потрепанные шерстяные. А, приличные спортивные лучше, чем потрепанные шерстяные. А если их починить? Мне кажется, они будут ого-го. Пусть спортивные, хбшка. 8,6, ну-ка. 0204. Носить. Новые. Приличные. Они что новые, что приличные, одна малина. Так, драть. По 10 минут нормально. Поношенные. Драть. Я чувствую, мне тряпья-то много понадобится. Все эти шапки шить сейчас еще. Ну, что лишнее, тогда выкину просто и все. Потрепанные. Драть. Сходил такой довольный, сидит там, кроет, шьет чего-то. Так, 98, нормально. Действие, ремонт. Вот сейчас высушенная кожа у меня уйдет. Кстати, один швейный набор уже ушатал, походу. Так, 92, нормально. Ну, что у нас еще не шитое? 86, 89, 193, шапки. Так, кепка, лесом иди. Стоп, или я могу их... Не, я не могу. Действие, собрать. Я, кажется, перестарался с тряпками, у меня, похоже, гора тряпок. Ну, ладно. Они, по-моему, там идут на всякое разное. Ремонт. И один швейный набор я извел. Уже время к полуночи. Так, 100. Да. Тут тоже ремонт. Ну, с другой стороны, я и пошил-то до хрена. 100. Вот. Вот это другое дело. Да, Маккензи? Ну, мы с тобой тут еще пошуршим только в путь. Так, так, что-нибудь навернем. И кофе надо, кстати, пить. Так, навернем мы рыбку. Маловато, да? Давайте закусочку вот эту сушеную, вяленую. Пить не хочешь, нам-то по барабану. Так, чай что дает? А, это я буду пить в дорогу, я так думаю. Сейчас мы воды-то уполовиним. 0,58 у нас котелок есть. Утречком, когда будем еду готовить, мы себе тут устроим.
кофепитие, чаепитие, поедание рыбы. В общем, у нас будет счастье. Ну, так, у нас полжелудка. Ну что, бабанька? Пойду спать. Не переживай, еду мы тебе найдем. Дров уже наш. Просто я еще не дошел до этой чертовой стоянки. Заправки и так далее. Так, ну чего, а время-то нету, да? Я думаю, 8 часов. Стандарт. Спать. Блин, 50 минут. Время в игре летит только в путь. Отлично. Мы проснулись. Там светло. Мы выспались. Пить, жрать, лутать. А на этом серию заканчиваем. Всего хорошего и до новых встреч.